А вы живы? О, ну да, это я. Как я докатился до жизни такой? Что ж, XX, с вами Беливикс. Всем привет, с вами снова я, Алиса, спустя 3 года, и вы не представляете, как я соскучилась по вам и по съемкам видео. Мой последний мультик «Лол Сюрприз» вышел 11 апреля 2019 года, и после этого Алиса пропала в стране чудес. На самом деле моя пропажа обусловлена многими факторами. Это и учеба, и танцы, на которые я хожу каждый день, и постоянные новые знакомства, интернет-магазин, и взрослая жизнь с отношениями. И несмотря на закрытие бренда Monster High и Ever After, мой интерес к куклам все так же сохранился. И я бы даже сказала, он увеличился. Я немножко расширила свою коллекцию Bratz и Барби. Ну и Винкс, конечно. А сейчас я планирую реабилитироваться на YouTube, и я очень надеюсь, что вы меня поймете и поддержите. Кстати, год назад я начала снимать TikTok, хотя изначально я была очень категорична к этой социальной сети. Ссылочку на аккаунт я оставлю в описании. Кроме того, в комментариях под видео я всегда общаюсь с вами. К сожалению, YouTube сейчас закрыл комментарии под детским контентом. Сейчас я выкладываю фотографии в 2 инстаграма, кукольный и личный. И также я открыта для общения с вами ВКонтакте. В общем, все ссылки я обязательно оставлю в описании. Наш интернет-магазин belivix.com работает в том же режиме, что и всегда. Ассортимент пополнился куколками Monster High, Ever After, Winx, Barbie и Bratz. Ну и, конечно же, LOL Surprise. Сегодня ночью я не спала и смотрела видосы, которые я снимала, но по каким-то причинам так и не смонтировала и не выложила на канал. Поэтому у меня есть чем заняться в ближайшее время. Если вы хотите это увидеть, напишите мне в любой социальной сети. Я сейчас вообще полна идей, готова творить и создавать новый контент. Не буду раскрывать все карты, какие все-таки видосы ожидают вас в скором времени. Ну а вы мне еще заодно напишите, какое бы видео вы все-таки хотели видеть на моем канале. Очень рада, что сейчас я стою перед камеры и вам рассказываю это, что наконец-таки канал у меня возобновляется. Для меня это просто одна из самых лучших новостей за этот год. Я вас всех очень-очень люблю. Be cool and crazy. И всем до новых встреч.